Какая красота вокруг. Но мухи, пиздец, блядь, мух, вообще море. Вот в этом вся Австралия. Все проблемы Австралии в мухах. Все остальное, все зашибись. Но мухи. Остановились хуй знает где. Привет, Маринка, скажи всем привет. Короче, едем на север, на Перта, в Джералтон. Решили остановиться поесть. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь. Можно закрыть? Нет. О, даже ланч сейчас еще сервят. Ну, отлично. Маринка сидит. Че, она такая серьезная, она мне пытается настроить. У меня такая сеть, что у меня нету этого. Интернет, телефонной связи здесь. Она пытается найти, чтобы я мог подключиться к ее телефону, раздачу. При этом я уже заказал себе пивко. Место такое, сногсшибательное. Очень такое забавное местечко. Чисто австралийское. Проснулся. 7 часов утра. С утра горланят петухи. Ночевали мы на ферме. Сняли домик. Это хозяйский дом. Тут они живут. А это наш. Потом внутри покажу, как все. Маринка пока еще дрыхнет. Ну что, так приятненько. О, ну красавец. Горлопанит. Вот там индюки. Привет. Привет. Деревенская жизнь. Да, деревенская жизнь, вон они. Вот здесь лодочка у них. Красавцы, красавцы, все красавцы. Молодцы. Молодцы. Оливковые деревья, вон аборигенский флаг висит. Вот такой участок, это хозяйский дом. Вот это вот гостевой домик с гаражом, с навесом, гаражи. Не знаю, что у них там. Еще навес здесь. Куры у них с индюками живут. А вот куры с индюками ходят. Да. Приятное место. Мне нравится. Нашли в забегаловочку такую интересную. Вот там вот океан за нами. Прикольное такое, аутентичное местечко. Маринка взяла такую вот вкуснятину. Сейчас будет. Маринка сама вкуснятина. Маринка вкуснятина.
Так, Маринка у нас ест ham and cheese croissant, а у меня какие-то слегка подожженные тосты. Какашки. С яйцом и с бекончиком. Рыбачки сидят. А мы с Маринкой тоже сидим. Балду гоняем, только что позавтракали. Делать нечего, поэтому сидим. И слава богу, да. Ну, в принципе, уже практически собрались. Сейчас покажу, как тут все обустроено. Столик под навесом сделан для того, чтобы посидеть на улице. Вон там костровище. Вот такая вот living room с обеденным столом, с кухней. Здесь все, что положено. Микроволновка, холодильник, кофемашина, бла-бла-бла. Интересно устроен туалет. Когда смываешь, начинает течь вода. Сделано это для того, чтобы в таком жарком климате сэкономить воду. То есть ты, в принципе, после туалета моешь руки, и эта вода, которой ты моешь руки, она заливается в бачок туалета. Вот там вот. Вот такая комната с выходом на улицу. Две детские постели, обычная постель, шкаф и лондри с умывашкой и с двумя душами. Все, что нужно для удобного и комфортного отдыха. Только что на дорогу перед нами выскочили два кенгуру. Мама с детем. Ну что, Маришка, расскажи свои первые ощущения. Мы успели оттормозиться. Мы успели оттормозиться. Но если бы второй сунулся бы дальше, он обратно поскакал. Мы бы, скорее всего, его сбили, да. Ну так. Все потемнело. В глазах. Я не могла вдохнуть. Не знаю, секунд 10. Ну вообще просто неожиданно. Стремно, вообще стремно. Просто неожиданно раз такие хоп и появились. Ну вот наконец-то мы доехали до нашего любимого Порт-Афинос. Чтобы выпить немножко пивка, поесть и окончательно вернуться домой. Там, где нас ждут собаки, кошки, дети. Маринка серьезно еще тоже детям там пишет. Два дня пролетели очень быстро, но очень классно. Маринка, готова? Нет. Не готова? Нет, конечно. А я готов. Едим. Вот это тарелочка. Вот это сейчас мы получим удовольствие. Все сюда пришли.
чувак пошел купаться. А рыбачки на него тут глазели.